Всем-всем огромный привет! Давайте с вами полистаем седьмой каталог в компании Avon. Я его буду листать с вами вместе, потому что я до сих пор не успела его посмотреть. Только что сняла заказ и сразу буду показывать вам. Новая линейка серии Mark уже идет в рекламе к этому каталогу. И, видимо, это будет новинка рулить в этом каталоге. Давайте вот здесь посмотрим, что написано. В общем, тут акция для представителей. Вы можете выиграть вот такую сумму, если купите любой продукт Mark. Но я не буду тут подробно все показывать. Я думаю, когда каталоги придут, обязательно девочки все это увидят. Предлагается на 500 рублей со страниц 6-25, с 6 по 25 набрать товара из серии Mark. И тогда вот такой замечательный бьюти-кейс, дорожный вариант, он так на стену может вешаться, вам всего за 99 рублей можно заказать и купить. Это очень выгодно, очень интересно. У меня такой бьюти-кейс есть, мне его дарила подруга от Mary Kay. Очень хороший. Не знаю, как вот в этом будет, но у Mary Kay даже каждое отделение еще и снималось. Но, судя по всему, эти, возможно, тоже снимаются. Классная, очень-очень удобная штука. Косметичка, можно так сказать, дорожная. Ну, давайте листать дальше. Голос у меня немножко остается осипшим, потому что я еще до конца не выздоровела. Буду немножко похрипывать. Первое мы видим, это тушь. У нее тройное действие. Чем больше слоев, тем гуще и длиннее ресницы. Вон у девушки. От удивления какие, смотрите, до бровей. 299 рублей. Тут предлагаются румяна кремовые, как я понимаю. Немножко со светом у меня проблема. Не успела я в дневное время, уже солнышко садится. Поэтому будем смотреть так. Если кому-то что-то будет не видно, девочки, пишите, я отвечу с удовольствием в комментариях. Цель этого каталога — просто полистать, посмотреть картинки и примерно поглядеть цены на будущее. То есть дотошно каждую сумму, каждое средство я разглядывать не буду, потому что цель моя не такая. Поэтому что с вами успеем, то увидим. Что не увидим, но заметим, тогда спросим. Новые туши. Ну, наверное, тушь, я так думаю, это все-таки старые, потому что такие дизайны уже были. Просто вот так как эту серию переименовали в Mark, теперь я русский вариант читаю Mark. А то мне сейчас будут поправлять девчонки, что не так читается, Рэ не произносится. Но как вижу, так читаю. Дальше тут карандаши предлагаются. Предложение с косметичкой набрать на 500 рублей. Эти страницы еще входят по 25, вот это 21. Поэтому можно достаточно большой выбор на 500 рублей набрать можно. Мне очень понравилось, по-моему, последняя страница. Сейчас я на нее обращу внимание. Тут тональные средства. Вообще даже дизайн поменяли, мне кажется, очень приятно стало. Потому что черные упаковки надоели, честное слово. А тут хоть что-то такое оригинальное. Мне понравилась вот эта страница. Я не знаю, буду ли я что-то брать с нее. Но она мне, по крайней мере, понравилась. Наверное, я не очень хорошо сделала, что тень падает, да? Сейчас мы с вами попробуем вот. Вот так. Девочки, напишите, все ли видно. Надеюсь, я нормально. Так, вот это средство, выравнивающая и матирующая основа под макияж совершенства. 369 рублей. Вот она меня немножко заинтересовала. Тут написано, превосходит, но выравнивает поверхность кожи для нанесения макияжа, создает эффект фотошопа. И такая текстура уже с розовинкой идет, ну, как я понимаю. Очень интересно, 10 грамм. Вот она меня прям очень заинтересовала. А вот это основа под макияж совершенства. 30 мл, 425 рублей. 2 в одном. Выравнивает текстуру кожи, матирует на весь день. Обладает невесомой текстурой.
можно использовать без тонального средства. Не знаю, но вот как-то вот они меня заинтересовали. Это эффект фотошопа. А это CC-крем. Я не знаю, но мне кажется, это тот CC-крем, который у меня в этом месяце в косметичке, вот который так на черном фоне 2 CC было написано. Вот, наверное, это он же. Так, у меня кот гулять просится. Спрей основа и фиксатор макияжа. Ну, это кому нужно зафиксировать макияж. Так, и пудра такая. Немножко уделила я этой странице внимание, потому что мне самое было интересно, говорю, смотрю вместе с вами. Edvan Technics с маслами. Шампуни, выгодная цена тут, судя по всему. Максим, забери кота. Так, тут парфюмы. 500 рублей, если со всего каталога набираете на сумму 450 рублей. Кот в истерике. Так, тут у нас купальники идут. Цены видно здесь. 1299 и 1399. Сплошной и раздельный. Такой как будто вязаный вид. Интересный. Смотрим дальше. Прошу прощения за... за условия. Вот здесь предлагаются искать красные ценники. Видите, охота за красными ценниками. Что это такое, я не знаю. Наверное, это выгодная цена. Вот. Так что смотрим. Везде, где красные ценники, значит, брать более выгодно. Дальше смотрим. Если что-то непонятно или не видно, вы спросите. Но мне кажется, видно. Единственное, чуть-чуть, конечно, вот тут тень падает. Очень хорошая цена на карандаши 159 рублей. Это уже хорошо. Времена, когда они были по 99, канули в лето. Тут туши. Сильно я не буду задерживаться, а то я просто боюсь, голос у меня совсем сядет. Никак не восстановится. Очень понравился мне вот этот цвет в румянах. Слива, в общем, 329 рублей. Прямо с удовольствием в этом месяце тоже в косметичку. Если кто-то не смотрел, посмотрите, она у меня там есть. Вот эти румяна очень понравились. Я знаю, что румяна от Avon и раньше хвалили девочки. Единственное, в сливе я нашла блесточки, но на лице их не видно. То есть вообще их нету. А вот в самой палетке вижу блесточки мелкие совсем. Так, цены от 129 рублей. Тут средства для ногтей. Новинка в серии люкс. Это тональное средство. Вот. Ну, поближе можно, конечно, посмотреть. Но тут оттенки. А что за средство, еще не очень понятно. Смотрим дальше. Тут люкс серия. Очки появляются. Уже дело к весне. Это мы трендсеттеры на 2 каталога впереди чешем. У нас еще зима полным ходом. Но когда основная территория будет заказывать, так, это будет со 2 мая по 22 мая. То есть очки уже будут действительно актуальны. Вот такие они симпатичные. 670 рублей очки. Футляр за 250 можно взять. По-моему, тут даже новиночки. Смотрим дальше. Туфельки. Новиночки без каблучка. Вот здесь видно на девушке. Надеюсь, все видно. 1499. Это женская сумка. Такая. А вот это 1599 сумочка. Красненькая. Я вот у таких сумок не очень люблю вот эти ручки. Когда ставишь, это вот у них тут на картинке, они кверху. На самом деле они такие разваливаются во все стороны. И ощущение, что они, знаете, на привале от усталости упали там. Вот. У меня вот такой черный рюкзачок. Ношу с огромным удовольствием. Правда, он смотрится таким мешочком, вот как на девушке. А вот этот очень миленький, сиреневый.
Так, тут, наверное, новинки. Да, новинки. Вот новинки. Очень симпатичная такая цепочечка. Ну, как колье. Как это называется? Бусики и браслетик. И гвоздики. Вот здесь очень интересное колечко, серьги. Колечко мне понравилось, очень красивое. Простите, так и буду подкашливать. Тут брючки. Новинка идет в желтом цвете, и они укороченные. 1700 рублей. Женское белье, утягивающие трусы с высокой талией. Тоже подготовка к лету полным ходом. Каждые 999 рублей. Такая страничка. Тут я особо задерживаться не буду. У кого что интересует, я думаю, все увидят. Честно, сама вот полистала, и кроме вот той основы, вроде бы я ничего себе и не высмотрела. Вот в серии Марк. Мне эта основа приглянулась. Так, серия Клерски. Пока новинок не вижу. Вот они, красные ценники. 30 миллилитров водички мини-версии по 275 рублей. Сейчас считается как бы самая выгодная цена. Новинка, я потерла. Ну, такой цветочный, приятный аромат. Да, цветочный, тут даже так написано. Цветы персика, лилия, янтарь. 305 рублей. Я не стала брать эту новинку. Она по фокусу 200 с чем-то рублей шла. Но у меня много парфюмов, то есть уже честно не хотелось. Новинка идет мини-версия Viva La Vita. Можно взять не полноразмерную, а поменьше. Инкандесенс в двух видах. Тут видно водички с ценами. Тут вот даже есть мужские гели. А, нет, это бальзамы после бритья. Да, это вот бальзамы после бритья. А шампуни, гели для душа идут в нижней линейке. Вот здесь водички женские. Тут мужские. 759 рублей водички с Full Speed. Тоже тут побыстрее я пролистаю. А то першит. Кашель бьет. Avon Life. За 30 рублей все из месяца в месяц предлагается. Взять дополнительный, как бы, типа подарок за 30 рублей, да? Но цену не снимают, они не снижают нисколько. Очень выгодно будет покупать вот эти, кстати, новинки и следующие вот из линейки ТТА. В фокусе, по-моему, там более 2-40% скидка вот на эту линейку будет. Поэтому для представителей это выгодно, чтобы клиенты брали вот отсюда. Давайте я вот этой рукой тут новинку потестирую. Я совершенно забыла заказать пробник. Цветочный аромат, да, цветочный вижу. Бергамот, роза, пралине. Сладость пралине есть и цветами, сладкими цветами пахнет. На лето хорошо. Ой, на лето, на весну. На весну, на лето, может быть, будет сладковато для кого-то. Так, смотрим дальше. Это все входит, вот, 40%, если больше двух будут заказывать у вас. Красные ценники пошли вот на эту линейку NU. Ну, тут бочком, правда. Давайте разверну. От 415 рублей 1,50 миллилитровый крем до 545 рублей тоже один уже
линейка по старше возраст, поэтому подороже. Давайте вот так. Очень мне нравится вот это средство. Я им с огромным удовольствием пользуюсь. Оно не всем подходит. Это, конечно, индивидуально, но лицо выравнивает очень хорошо. Подтональное средство, оно работает хорошо. Лицо красивее становится. Так. Тут пробники, по-моему, предлагаются. Наверное, будут новинки в следующих каталогах. Наборчик. Пенка для умывания. Так. Вот цены видно, я не буду озвучивать. Для сухой, очень сухой кожи. Это смываемый лосьон-кондиционер. Пошла серия Kea. Крем для рук, для тела. Naturals очищение. Планета спа. Повязка для волос за 169, если купите любой продукт Планеты спа. Вот тут беленькая такая в уголочке повязочка. Вот она на девушке. Не знаю, видно вам с такого полета или нет. Ну, новинок я вроде бы не вижу. И любая маска 129. Это неплохая цена для маски. Средства для загара предлагаются уже. Распродажная страница. Тут уже каждый себе может что-то приглядеть. Вот здесь вот новинка. Идут вот эти вот бутылочки. 499 рублей. Бутылочки, я так понимаю, выдавливать в них лимон. Видите, она там внутри такая колбочка идет. Сейчас я вам попробую поближе. Вот так покажу. Но я не сильно поняла еще, что это. Оно вот здесь написано. Вот что это такое. Разглядели. Так, попадаем. Попало вроде. Любая сыворотка 175 рублей. Дальше Advan Technics начинается линейка. Выгодные цены тут есть. Любое средство за 85 рублей. Нормальная цена. Кто любит из серии Naturals какие-то шампуни, либо маски, бальзамы. Так, здесь. Новинка в Skin So Soft. Лосьон для тела сияния 7 в 1. С тональным эффектом, наверное. Вот видите. Какое. Здесь написано все про него. А это масло. Масло спрей для тела. Уход за ножками. Мне кажется, тут просто дизайн, да, поменяли. Поэтому стала новинка. Ну вот здесь вот еще что-то является новинкой. Тоже лосьон спрей. Уже идут на летнюю обувь защитные средства, чтобы не было никаких натоптышей.
для ног серия. Новинка с кокосом. Тут идет дезодорирующий спрей, скраб и лосьон для ног. Угу. А аромат кокос с чем-то. Экзотический рай. Нет, просто с экстрактом кокоса. Тут предлагается такую щеточку Божью коровку деткам заказать, если купите любой продукт с этой страницы. Для девочек, для мужчин. Тут очищение. Набор 199 рублей. Очень симпатичный, сиреневый такой. Французской сиренью. Гели для душа. Большие объемы. Пены. Новинка идет пена орхидея и гордения. Литровая. Литровая 270 рублей. 500 миллилитров 179. Большие объемы шампунь. Большие объемы для ног. Средств. Так, тут бочком смотрим. Уже не разворачивается у меня. Так, где тут еще? Последние странички. Набор. 400 рублей набор. Видно, что входит в него. По картинке видно. Все знакомые средства. Дезодоранты 79 любой. Вот новые два. Как они называются, геля для душа. Но вот, не знаю, мне оба показались знакомые такие ароматы, как будто я уже ими пользовалась. Очень красивый дизайн, конечно, вот сама упаковочка. Но аромат меня не впечатлил, чтобы вот мне захотелось прямо пользоваться. Такой стандартный, знакомый. Для интимной гигиены 125 рублей. Так, давайте пролистаем быстренько фокус. Вместе с вами. 40% еще будет выгодная цена, если будем вот с драгоценными маслами, в общем, средства заказывать более двух. Там вот в марке в каталоге была вот такая вот страничка. Вот с нее выгодно будет набирать. Дальше смотрим. Вот смотрите, здесь вот интересно, если у вас берут тушь, Марк, 40% скидки, если более двух. Вот здесь я вижу хайлайтер, тональное средство. Не знаю, хорошо ли вам видно, я тут разглядываю одна. Я вот так вот потихонечку проведу. А вы вместе со мной смотрите, потому что я впервые через экран такой маленький, мне очень сложно самой понять. Вот тут вот про хайлайтер написано, но я еще пока не поняла, где он находится. Ну ладно, я потом раскрешу. Водички. Вот водички меня тут порадовали. Кто соскучился по Пурбланка Блаш, она будет. Смотрите, ее возвращают. Она уже была лимиткой. И смотрите, к десятилетию Пурбланки, юбилей будет у этого аромата, выпускают снова Пурбланку Блаш. В нее входит красная смородина, пион, мускус. Всю зиму я пользовалась. У меня осталась та лимитка, которую они уже выпускали. Даже в запасе есть одна целая. И я пользуюсь с огромным удовольствием. Она такая сладковатая, зимняя, весенняя и осенняя. Поэтому я рада, что ее снова издали. Не знаю уж, опять лимиткой или она останется. И вот здесь вот новинка.
Ой, attraction будет. Давайте вот так покажу. Для нее и для него новинки. Тут для ног эликсир для ногтей. И кутикулы с экстрактом чайного дерева. А это трехфазное масло для тела, роскошное питание. Вот оно. Так, тут клуб. Так, пролистаем. Все, наверное. А вот здесь еще новинка: платье, сумка, колье. Вот на девушке все это смотрится так симпатично. И вот здесь предлагается набор со скидкой за 259 рублей. Ну, все, что в шоколад засовывают фрукты, я не очень люблю. Апельсин в шоколаде мне не нравится, как Эйвон аромат создал. Невкусно. Ну, мне кажется, невкусно. Так, тут, наверное, сейчас мы с вами вот так как развернем. Да как глянем сразу на все. Уже я не буду сильно приближать. Можно на паузу или еще как-то. Если вдруг что-то интересно, скажите, потому что, ну, я не знаю тут на что обратить внимание. Как-то вот меня сильно не впечатлило. И вот так вот страница. Могу вот так. Распродажа прям совсем худенькая. Хиленькая. Все, на этом мой горе-обзор подошел к концу. Спасибо всем, кто смотрел. Если я была полезна, я очень рада. Всем до новых встреч и всем пока!